Правда, Йонович начинает новый цикл, подкаст. Называется «Нумизматика». Сейчас я с помощью простого инструмента открою упаковку. Упаковка раскрыта. Сейчас мы будем искать разновидности. Время пошло. В результате тщательного перебора стопки стоят по 10. Мы имеем 20 по 1 копейке. $19 по 2. $15 по 5. $15 по 10. $18.25. $15 по 50. Самой редкой у нас оказалось 5 копеек. Я ее сейчас съем. Вот такой перебор.